Эмеральд. Что? Что ж на виде? Твою мать. За нами должен был пролететь вертолет еще вчера. Где же он? Понятия не имею. Не все время же ходить у нас. Между домами. Смотри. Черт, пошли сюда. Холодно. Что-то мы куда-то не туда забрели. Тогда давай там зайдем. Люди были. Может, погреемся? Давай. Давай. Эй, здравствуйте! Че? О! Смотри, кетчуп пролили. А? Или что это? О, нифига стоп, себе. Стоп. Это кетчуп, да? Ну-ка. Я вижу, тут холодильник, продукты разбросаны. Вино стоит, смотри. Или что это такое, бутылки? Смотри, и... я включил фонарик. Расческа тут. Кровать. А это что? Это точно кетчуп? Откуда я знаю? Я что, кондитер тебе, что ли? Можешь потрогать там, не знаю. Сейчас посмотрим. Сейчас на вкус попробую. А, черт. Че? Отдает цинком. С чем? Это кровь. В смысле? Отдает железом, я тебе говорю, это кровь, значит. В смысле кровь? Откуда она тут? Я не знаю, может, здесь убийство произошло. Курт Кобейн какой-то. Я вообще дом охотника. Какой Курт Кобейн? Тут тела нету нигде. Я понимаю, что тут нет тела. Ты хочешь сказать, он самозастрелился и потом сам свое тело куда-то отнес? Возможно, блин, я не знаю. Вообще мы как бы зашли в хату. И что? Ну как бы мы всегда ходим между домами. Вот в прошлый день, помнишь, мы же ходили между домами просто и заночевали. Ну а тут что-то нет никого. Ну, да. В смысле? И... А кровь, может, он отошел куда-то? Ну, там, не знаю. А может, хозяин дома убийца? В смысле? Убийца кого? Я не знаю. Ну-ка, ну посмотрим. Не представляю просто. Ну, смотри, там еще дом, надо туда будет потом сходить. Спросить, может быть. Пока что моя версия, это только то, что здесь произошло какое-то убийство или что-то такое подобное. Слушай, может, в холодильник залезем? В смысле? Ну, не надо, без ведома-то. Может, пойдем отсюда пока? Ну, не знаю. Ну, как знаешь. Ну, ты же врать хочешь, я как бы... Нет. Что? Тут писанина какая-то. Ну-ка, смотри. Тут какая-то книжка. Давай посмотрим, что там. Прочти. Давай. Не выходи ночью. В смысле? А, больше ничего не написано. Только не выходи ночью? Да. И все. Ну, сейчас как бы не ночь, ну, близко к ночи. Ну, в смысле не выходи ночью? А что, указывать нам будет? Стоп. Да не знаю. Пошли пока спросим у других, что там происходит. Да. Посмотрим, так. Черт, потемнело. Слушай, уже немного темнеет, надо... Думаю. Что нам делать? Пошли, сходим к этим, постучимся, спросим. Ты же понимаешь, что если тут будет темнеть, будет очень холодно. А нам и так холодно. Здрасте! Эй, откройте, пожалуйста. Что? Тут окно есть. Там никого нет абсолютно. В смысле? Ой. Стой, погоди. Чёрт, нет, тут занавеска. Это занавеска. Черт, мне уже кажется, это глюки были. А, извините, мы не хотели вас будить, но мы журналисты. Просто нас сюда отправили, за нами вертолет не прилетел. Нам нужно связаться. Черт, может откроем? Давай рискнем. Мы не хотим вас тревожить, но... А? Тут реально никого нет. Смотри, а свет-то чё? Есть. Ты что за... Как так-то вообще? Кто свет включил? Ну, знаешь, что меня радует? Это то, что крови нету. Да, кстати, тут нет... Я бы начал подумать... Смотри, еще поэтому... книжка. Давай её почитай. Чего там написано? Ну-ка, прочитай. Не шуми. В смысле? Кто это, черт возьми? Кто это говорит? Господи, откуда это вообще? Кто это пишет? Эмеральд. Тут света нет. Заходи. Ты тоже слышал? Что это было? Ты тоже слышал? Эмир? Господи! Так, ведем себя тихо. Голос, просто ведем себя тихо. Давай прятаться. А вот. Посмотри, записка. А? Они здесь. Записка, Эмиральд. Что? Кто? Тут не написано, кто. Так, от двери подальше. Кто? Встань от двери подальше, на всякий случай. Кто они? Так. Да. Что? От двери? Ящики? Эмиральд. Смотри. Что вот в этом? Так, да. Тут оружие. Стой. Да, слушай. Самопальная винтовка и обрез. Чего? В смысле оружие?
выглядит так, знаешь, я даже разбираюсь в оружии. Как ты это определил? Давай, тебе какую? Окей. Слушай, достань, хорошо, пожалуйста. Вот, держи самопальную. Да давай мне самопальную. И патроны к ней сейчас дам. Ух ты ж. Ну-ка. Вот. Бери, так, пожалуйста. Сейчас поставлю фонарь. Чёрт. А я себе обрез возьму. Ага. Окей. Так. Что ты сделал? Давай выкину сейчас, чтобы он освещался. Вот-вот. Ой, господи, ты зачем его потушил? Так. Ты потушил фонарик. Чёрт. Он же что же имеет свойство разряжаться, кончаться, что не знаю. Что-то горит как-то. Не знаю. Так, давай перезарядимся, может быть. Ну не сейчас же. Так, давай. Слушай, Эмиральд, можешь пока что подержать? Да, подержи пока что фонарь. Будем по очереди. Так. Ты вроде пока никого не слышал. Давай, перезаряжу. Смотри, ты заметил, тут какие-то тут дичь. Да. Так, давай я тебе обратно отдам. Дичь, да. Тут, видимо, охотники живут. А. Давай, давай. Но сначала перезарядимся. Слушай, Эмиральд, а, стоп, он заряжен. Объяснить, что тут происходит. Да. Где все люди? Нам... Почему за нами еще? Да. Заряжен? В смысле, на два патрона? Ни в коем случае, ты что? Так. Может кто-то... Господи, ну, не тут направляй темнота, меня, конечно, пожалуйста. Давай. Слушай, Эмиральд, пошли, может... Черт, давай выглянем. Чего? Слушай, ведь... Что, мне кажется, или... Слушай, ведь реально... Стоп, нет, тебе кажется, вот мне, по-моему, штуку себе точно так же. Посмотри, посветлело. Просто глаза привыкли. Да. Такое, да, тоже может быть. Посветлело, смотри. Ну давай. Да? Ой, господи, что происходит? Стоп, давай что выйдем было на улицу, попробуем. Я пошли к первому дому, посмотрим. А, нет. Показалось. Что? Ладно, давай выходить. Да? Эмиральд, пошли, может быть? Разгрести? Ты серьезно? Может, машину как-то попробуем? Да не, аккумулятор разгрести уже сдох, по-моему, давным-давно. Черт. Я думаю, она вообще с ней что-то не то. А, ладно, пошли. А где он? Пошли к первому дому. По-моему, это туда идти. Да-да-да-да-да, пошли. Не знаю. А, вон там вот. Эмиральд. Что? Тихо. Что это было? Черт. Так, за дерево. Боже. Черт. Тихо. Что? Фонарик. Эмиральд. Чего? Это же мой голос. Нет. В смысле? Боже. Это же мой голос. Я свой слушаю голос. В смысле? Что, черт побери, происходит? Пошли в дом. Пошли. Попался ли в дом? Черт, я, по-моему, себе уже все самые важные места отворозил. Черт, что? Машина, с ней что-то не так. Шмиральд, валим быстро отсюда! Нафиг валим! Пошли в задницу. Нет, я слышал свой крик. Ты слышал мой голос, Эмиральд? Я что-то кричал издалека. Мой голос. Что это за фигня? Смысле? Что за черт возьми? Это какой-то... Это, по-моему, уже глюки наши чисто. Но твоим может, не может казаться. Может, либо нам кажется... Смотри, мы же сейчас в горной местности. А может, от гор как-то рикошетит звук, не знаю, и обратно идет. Мы говорим шепотом. Как он может так сильно рикошетить? Это противоречит любым законам физики, абсолютно. Так, Эмиральд, надо что-то делать. Не сидеть же все время здесь. Не знаю. Так, смотри, тут есть лампа. А, ну, и допустим, и что? У тебя есть пушка? Ну, естественно, есть пушка. Зарядил, ты проверил, точно это не какие-нибудь там паленые патроны, не? Ты какой-то бред несешь, ты же знаешь, что я же тебе все объяснил, она нормальная. Такс. Эмиральд, я думаю, нам надо пойти в первый дом. А, ты уверен? Ну, как бы да.
А вдруг нас что-то съест, то, что говорит нашими голосами? Не знаю. Понимаешь, возможно, мы уже долбанули здесь по холоду, голову отморозили себе. Ну, не знаю, давай попробуем. Окей. Так, свет не будем тушить. Да. Окей, пошли. Да? Пошли. Так, закрывай. А то, слушай... Что такое? У меня что-то в шею стрельнуло. Заломило как-то. Короче, ладно. Черт, мне уже кажется, что что-то между деревьев ходит. Да? Да. Готовь пушку. Ну там за спиной. А, нет, оказалось. Черт. Что ты видишь? Пугай, ты что? Это какой-то мираж, я не знаю. Мы как в пустыне. В пустыне? Со снежной горой кошетит. Твою мать. Что такое? Что увидел? Ты слышал? Что? Нет, я не слышал. Точно? Да. Господи, как будто прямо за спиной кто-то... Что-то... Твою мать. Да. Чувак, ну что делать, господи? А если правда да это... Да бред это все, ну не может так просто все быть. В смысле? Да не может, понимаешь, это что-то до нас действует по-любому. Либо просто мы что-то себе просто уже понапридумывали, понимаешь? Ну не может такого быть, ну не может. Сверхъестественного не существует. Ну ладно. Это доказано наукой, черт побери. Ну я... Нет, чувак, ну понимаешь, я... Блин. Я... Тихо. Лизи, достань пушку. Ложись. Эмеральд, что это? Твою мать, что это было? Лизи, кто-то со всей дури долбанул по двери. Я слышал. Изи, знаешь одну истину? Что? Лучшая защита — нападение. Ты чё, больной? У нас два оружия. Если что, если будут стрелять в меня, попадёшь ты, моих врагов. Какой стрелять, блядь? Кто-то говорит нашими голосами, алё. Да какие голоса? Ты видел, в дверь стучали. Кто это мог быть? Может, это тот самый маньяк, который убил кого-то, и там кровь? Окей. Может, он за нами пришел? Я открою. Он по-любому нас убил. Я открою, ты попробуешь. Я на прицеле. Да, давай. Готов? Да. Никого. Эй, выходи! Ну что там? Я не знаю, я сейчас пойду проверю, наверное. В смысле? Ну ладно, давай. Я краем глаза выгляну, я тебе честное слово говорю. Окей, давай. Давай. Аккуратно. Чёрт! Что? Что? Ты не поверишь, что я видел. Тихо, что там? Там какая-то тварь. Она... Тело... Как у человека. В смысле? А морда волчья. В смысле? Я не знаю. Лизи, это уже за гранью фантастики. Я не знаю. Господи, я не могу собраться с мыслями. Успокойся. Я это видел. Она стояла в метре от меня. Я не знаю. Убил я его или нет. Ты выстрелил? В него попал? Ты что, не слышал выстрел? Я слышал выстрел, я говорю, попал. Откуда я знаю? Я испугался и просто... Можешь его писать, подозвал. Можешь описать. Ну что, смотри. Давай я его немножечко опишу. Так, смотри. Ну, тело, как у человека, который никогда в жизни не брился, оброс полностью волосами, шерстью и волчья морда просто. И тело такое огромное, накачанное. Вот почти как у волка, тоже только человеческое, по сути. В смысле? А на башке что? Ничего? Уши? Нет, там, например... Ну, знаешь, ты когда-нибудь единорогов видел? Да.
Вот похоже, только не единорог, а... Ну... В общем, волк олень? С телом человека. Олень, лось? Да нет, не олень, волк. Именно волк. Волк? Типа того что-то. В смысле? Так и что за херня здесь обитает? Может быть, это он перегрыз всех жителей этой деревни? Чё-то как-то... Я боюсь туда выходить, Нейзи. Я больше туда не пойду. Я тебе серьезно абсолютно сейчас говорю. Я больше туда не выйду. И вообще, я думаю, что нам стоит попробовать забаррикадироваться. Забаррикадироваться? Очень окей. А чем? Стоп, а что в этой книге было написано? Можешь прочитать снова? Давай, только покарауль меня. Окей. Не шуми. Не шуми? Да, просто не шуми. И все, больше ничего, абсолютно. Эмеральд, давай тогда как-то попробуем подвинуть, что ли, мебель. Стоп! Давай. Смотри. Что? Что? Чего? В смысле, как день так быстро настал? В смысле? Чего? Что за... Не, я туда не пойду. Не. Эмеральд, смотри. Тут день. День. Может, нам это показалось? Вот только не надо из меня больного делать, пожалуйста. В смысле? Двоим показаться не может. Двойным не может, господи, а вдруг мы принимали одно и то же вещество? Не знаю. Господи. Черт. Эмеральд, может, мы попали в какую-то временную... Блять, это бред, конечно, но воронку какую-нибудь временную, не знаю. Или... Ну, может, нам это реально все показалось? Были, конечно, случаи, когда люди попадали во временное пространство и появлялись в других годах, но, господи, в каком мы году? Если уж так судить. Ну, судя по тому, что стоит машина, ну, точно, в настоящем. Но это явно в настоящем или как минимум в 90-х, 80-х, как минимум. То есть ты хочешь сказать, что нам все это показалось? Я не знаю, я не знаю, что сказать, я не несу ответственности сейчас за свои слова. Эмеральд, что? Скажи, может, черт, может, не будем об этом писать в журнале? Как бы, по-моему, это что-то немножко... Нам не поверят, у нас нет доказательств. Значит, ты прав. Слушай, может, забьем на это и продолжим путь? Давай.